Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня у нас будет интересная посылочка с внутреннего китайского сайта Taobao. Я вам расскажу, как можно заказать с него, потому что, как вы знаете, просто так с него заказать нельзя. Товары не будут доставлены в Украину, в Россию или в другие страны СНГ. Итак, поехали смотреть посылочку. Я ее уже раскрывал. И мне сегодня пришли две флешки microSD и небольшой MP3-плеер. Итак, смотрим упаковочку. Начнем мы с флешек. Я заказал две флешки microSD по 64 гигабайта фирмы Sony. Полазив по сайту AliExpress, я вот таких флешек от фирмы Sony не нашел. Потому я перешел на внутренний китайский сайт Taobao и заказал эти флешки через сайт-посредник Yoyby. Про него я вам расскажу позже. Так как я заказывал две флешки microUSB, мне они пришли. Вот такая флешка на 64 гигабайта. Хочу заметить, 10-го поколения. Скорость щитки 90 мегабайт в секунду. Такие флешки идеально подходят к камерам, на которых скорость записи нужна высокая, для записи в 4К разрешение, например. В комплекте шла вот такая флешка, переходник и вот такой переходник. Я не знаю пока, что это за переходник. Сейчас мы с вами распакуем и посмотрим. Это у нас... Как я подозреваю, переходник... Ага, ну все верно. Это у нас переходник под обычный USB. То есть вход USB мы вставляем в компьютер. Сюда вставляем флешку нашу обычную. Вот она. И пользуемся ней как обычной флешкой. Супер, я такое впервые вижу. Высокоскоростная флешка Sony microSD емкостью 64 гигабайта. Это емкая карта памяти для мобильных устройств, идеально подходящая для 4К Ultra HD видео. Данная карта памяти обладает повышенной емкостью и совместимостью с разными устройствами. При скорости чтения 90 мегабайт в секунду и записи 90 мегабайт в секунду, видео и файлы будут загружаться еще быстрее. Может использоваться в смартфонах, планшетах и фотокамерах. Данная карта памяти совместима с любыми, самыми современными мобильными устройствами и надолго сохранит ваши снимки. Большая информационная емкость. Если вы ищете себе недорогой, но качественный плеер, то обратите внимание на Ruizu X02. Правда, сразу оговорюсь, что если с плеером вы привыкли обращаться брутально, кидать его, класть в задний карман джинсов и садиться на него и тому подобное, то он не для вас. Плеер выглядит очень симпатично, но на тяготы жизни не рассчитан. На правой грани только слот под дополнительную карту памяти. На нижней разъем под кабель microUSB, механический переключатель включить-выключить и 3,5 разъем под наушники. На остальных гранях ничего нет. Он умеет воспроизводить видео 160x128 в формате AMV. Работать как FM-приемник, как диктофон, как читалка электронных книг. Но на самом деле все это никому не нужно, главное для нас плеер. Корпус пластиковый, приятный на ощупь, soft touch. Собрано надежно, без люфтов. Имеет приятный внешний вид благодаря большому красочному 1,8-дюймовому полноценному LED-экрану. Меню имеет перевод на русский язык, не всегда удачный, но все понятно. Плеер меня очень порадовал, звук просто отличный. Басы, высокие ноты, все на месте. В плеере есть эквалайзер. Остальные возможности плеера стандартны. Есть возможность сортировки, повтора композиции или альбома. Есть режим перемешать композиции. Плеер работает от собственного аккумулятора. Время работы, как заявляет производитель, до 80 часов без подзарядки. Итак, чтобы заказать товары с внутренних китайских сайтов, у нас есть посредник Yoyby. Давайте я вам сразу покажу наглядно, как я заказывал, делал свои заказы и оплачивал. Поехали! Taobao – это внутренний рынок Китая, и, соответственно, цены там гораздо дешевле. Можете сами перейти и посмотреть. А во-вторых, на Taobao можно приобрести такие товары, которые вы не купите на Алишке. Например, это еда, различные китайские соусы, приправы, чай, кофе и многое другое. Эта площадка рассчитана только для внутреннего рынка Китая. И куда-то за границу они ничего не продают и не отправляют. И тут к нам на помощь приходят различные посредники, которые помогут купить товары для вас в Китае и отправить его вам. После прохождения регистрации идем на Taobao и выбираем то, что вам интересно.
Хоть Тао полностью на китайском языке, проблем с поиском товаров нет. В поисковике можно смело забивать название на английском, и все прекрасно ищется. А описание с китайского достаточно сносно переводит Google. Как только вы определились с товаром, то копируем ссылку и вставляем ее в специальную форму на сайте Yoyibai. Сайт обрабатывает его и выводит вам стоимость покупки в долларах. После этого товар можно добавлять в свою корзину на сайте посредника. Так можете выбрать все, что вам захочется, и получаем сумму, которую необходимо оплатить для приобретения товара. Но сразу хочу вас предупредить, что это не окончательная сумма. После того, как вы оплатите стоимость товара, сотрудники Yoyibai купят этот товар для вас и доставят его на свой склад в Китае. После этого он взвешивается и выставляется вам еще один счет за услуги растаможки и доставки в Россию до вашего адреса. Вот это уже будет окончательная стоимость. Чтобы узнать примерную стоимость доставки в Россию, еще до покупки товара можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте посредника. Таким образом вы будете понимать, сколько вам нужно будет заплатить за доставку и не попадете в неприятную ситуацию, когда товар окажется по итогу слишком дорогим. Отмечу, что команда Yoyibai работает оперативно. Буквально за пару дней они выкупили мой заказ и подготовили его к отправке, а после оплаты доставки отправили все курьерской службой. Если вас заинтересовала такая возможность покупать товары с Taobao, то ссылка на сайт посредника, через который покупал я, в описании под роликом. При заказе через посредник Yoyibai есть некоторые нюансы, но они, правда, для жителей Украины, для России все нормально. Чтобы заказать телефоны, например, или дрели, шуруповерты, или какие-то батареи, в Украину нельзя, так мне сказала поддержка Yoyibai. С заказами же в Россию или в другие страны проблем возникнуть не должно. С внутренних китайских магазинов, типа Taobao и другие, можно заказать товары намного дешевле и такие товары, которых на Алиэкспрессе нету, как, например, флешки от фирмы Sony и другие товары. А можно заказать также еду. Кстати, на Алиэкспрессе еды нету. На китайских сайтах, типа Taobao и другие, можно заказать те товары, которых нет на Алиэкспрессе. Вот и для чего нам нужен посредник, ну, типа Yoyibai. На самом деле, посредников типа Yoyibai есть много, но Yoyibai самый нормальный посредник, и я вам могу рекомендовать им пользоваться, так как сам лично заказываю товары, они мне приходят в целостности и сохранности, и вы сами могли убедиться. Пишите в комментариях ниже, понравилось ли вам это видео, пишите комментарии про новый формат. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!